Всем привет, ребят! Сегодня у нас видео вот такой вот самокатик из Лего Техник. Едет он на шестеренках, колеса крутятся, и тормоза работают. Это очень маленький трюковый парк для этого маленького самоката. Вы поняли, точнее, давайте сделаем вот такой вот самокат. Берем вот такие вот две детальки Лего Техник 1х7. Теперь берем вот такую вот детальку Лего Техник 1х2, вот такую вот втулку 1х3. Ставим это все вот так вот. Теперь делаем вот такую вот детальку. Опять же, с втулкой и с деталькой 1х2 Лего Техник. Так вот, ребят. Вот у нас как-то вот так вот получается. Теперь делаем колеса, ось 1х2 и шестеренки. Таких мы берем две штуки. Но ставить мы их пока что не спешим, потому что они все равно вылезут. Хотя, в принципе, можно поставить, если я сразу же закрою второй деталькой. Вот, ребята, у нас уже колеса с тормозами готовы. Давайте попробуем сейчас зажать на тормоза. У нас колеса должны совсем не крутиться. Вот так вот. Теперь берем вот такие вот две детальки. Одну мы ставим вот здесь вот. Вот так вот. А вторая у нас будет уже с рулем. Руль у нас вот такой вот. Это ось 1х5. Это, как вы поняли, уже деталька Лего Техник 1х3. Это ось 1х3. Это маленькая, как бы сказать, заглушка. Делаем эту конструкцию. И крепим ее вот так вот. Ребята, у нас получилось. В принципе, сюда еще можно приделать фонарик. Вот так вот. Ну, в принципе, можно и без него. Мне удобнее, в принципе, без него. Теперь давайте делать вот такой вот мини-парк для нашего самоката. Берем вот такую вот пластинку 1х8. Теперь вот такие вот три детальки, не обязательно одинакового цвета. Крепим их с промежутком два пупырышка. Теперь берем вот такие вот гладкие пластины и покрываем ими всю эту поверхность. Берем пластину 6х16, по-моему, на 16. И ставим это все. Вот так вот. Теперь сделаем горку. Вот такая вот она у нас. Я думаю, вы поняли, как его строить. Обычные вот такие вот детальки с бриками. Ставим эту горку мы вот так вот. Ну, в принципе, парк для самоката готов.
зажимаем тормоза, и он не едет. Ну что, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.